Здравствуйте. У меня сегодня очень дорогие гости для меня, потому что это члены клуба аквалангистов «Садко», а я этот клуб вместе с нашими операторами снимаю вот уже полстолетия. Представляете? Вот они здесь сейчас находятся вместе со мной. И я даю слово Василию Тарубаре, председателю этого клуба. Ну, сегодня у нас в гостях, можно так сказать, практически ядро нынешнего состава клуба. Председатель, капитан Николай Гвозденко и матрос Артур Скаминскас. И также дорогой для нас участник – это Светлана Николенко. Один из тех людей, которые были в клубе, тоже практически уже, ну почему были, есть в клубе уже практически полстолетия. И мы здесь собрались, одна из причин, по которой мы здесь собрались, это как раз то, что мы периодически, как это, шкребем по сусекам, находим новые вещи в своих архивах, забытые новые вещи. И вот одной из таких находок было небольшие видеофрагменты экспедиции 72-го года, в котором, участником которой была Светлана Николенко. И вот сейчас она как раз об этой экспедиции нам немножко расскажет о целях, о задачах, собственно, как эта экспедиция проходила и о быте аквалангистов тех лет. Вот прежде всего я хочу, прежде чем вы будете рассказывать, Светлана, я хочу вас показать вот такой, когда вы были вот в этой экспедиции. Смотрите на нее сейчас. Смотрите, какая девушка, да? А вот что она делала. Смотрите, вот еще одна вот вещь. Смотрите. Вот здесь она вот снимала все это дело на ту камеру. В клубе я попала, в клуб попала 64-го года, и практически чуть ли не с самого начала основной моей обязанности было это фотографии и пленка, и киносъемки. Дело в том, что для того, чтобы пополнять фонды материальные нашего клуба, нужно было... Нет, нужно было те же корабли и так далее, нужно было как-то представлять их. Поэтому мы делали стенды, возили их по всяким организациям, военным, общественным, те, которые могли, например, каким-то образом пополнить, ну, те же корабли, те же акваланги, материальные ресурсы. Поэтому такая задача была поставлена. А экспедиция 72-го года в мае месяце мы отправились в Алушту, потому что там обнаружили, будем, рыбачий бот деревянный, который находился на суше, и надо было его отремонтировать, спустить на воду. Кто обнаружил этот бот? Где Алушта, где Николаев? Ну, дело в том, что связи, как говорится, везде есть. Где нашел Михаил Николаевич, то надо его спросить. Коновалов. Мы, Коновалов, да, как сказать, старейший, значит, председатель нашего клуба, многолетний. Поэтому мы поехали в Алушту небольшим составом, 7 человек. На чем? На троллейбусе. На автобусе, потом на троллейбусе. Вот, помню, как мы спускались, значит, все это, добрались до Алушты. По-моему, лагерь назывался «Эврика», и там в ущелье, в таком ущелье, стоял он на берегу, этот бот. Значит, и мы его ремонтировали примерно где-то недели три. Значит, мы его конопатили, красили, ремонтировали ходовые, значит, часть. И затем вот эти семь человек, как, ну, Геркулесы, я не знаю, Атланты, значит, мы его толкали, значит, в море, столкнули. Скорее, долго. Как бурлаки уже. Как бурлаки. Тяжелый был, что ли? Ну, конечно. Конечно. Значит, мы ложили бревна и по бревнам, значит, с этими... Ну, самая главная сила были вы, так дядя. Да нет. Моя задача была накормить. И руководить этим процессом. Ну, накормить, потому что, вы понимаете, у народа, значит, питание было после такой... Работали с утра до вечера, это точно. Значит, кроме того, когда мы столкнули забрались на него и отчалили, пошли в сторону Карадага.
городах, мы пришли, значит, золотую, вернее, золотые ворота, и это на пленке есть, значит, как мы проходим под эти золотые ворота, слева там, значит, Львиная бухта, и, значит, все члены нашей вот этой экспедиции, мы совершили там погружение, и это видно, потому что у нас была лодка еще своя, на этой лодке там видно, как, значит, буксируют водолаза под отвесные скалы, и, значит, там уже спускались по двое, видно на этой пленке, значит, мы, конечно, костюмы были неудобные, потому что, во-первых, это был май месяц, холодно, вы увидите на кадрах, что там такие толстые водолазные свитера, и Садко, значит, ну, будем говорить, это не мокрый костюм, и в нем немножко, значит, неуютно себя чувствуешь, вот, но, по крайней мере, спускались все. Значит, в этом же году, только уже осенью, на этом же рифе, потому что, видно, мы еще его тогда не оборудовали, он просто брезентом затянут, значит, не было там никаких рубки, ничего не было, и мы пошли на тендру. На тендру там два кадра. Два эпизода. Первый эпизод, когда мы идем на тендру, значит, видно. А второй, когда мы с собой еще тащили понтон, на котором установлен кран. Понтон этот мы называли крабом. Подъемный кран, значит, мы его называли краном. И в этой экспедиции мы пришли на Фрунзе, и были подняты первое и четвертое орудие. Эти орудия с Фрунзе были подняты именно в этой экспедиции. Они потом были погружены на, значит, краб и доставлены в Николаев. Они долгое время стояли в морской школе в Яклубе. Я хочу показать вот эту фотографию, вам будет потом, наверное, легче оттолкнуться в дальнейшем разговоре. Посмотрите. Ну, вот это, вы видите, вот туда смотрите на монитор. Это вы кого встречаете? Это мы встречаем Рябикина. Вот он стоит второй справа. Кто он такой? Это корреспондент Арсений Рябикин, корреспондент журнала «Вокруг света». Один из первых, который поднимал, значит, историю клуба «Садко» и очень много написал о наших экспедициях. В частности, лично он присутствовал в той экспедиции 69-го года в августе месяце, в 20-х числах, когда был поднят первый сейф, одно из самых таких замечательных находок клуба «Садко» – сейф комиссара. Я хочу еще добавить Арсения Рябикина, вот, разбирая клубные документы. Да. Можно сказать, что он вписан в один из отчет клубов как бессменный и бессмертный член клуба «Садко», и он же автор гимна клуба «Садко». Да. Вот это он слева второй, да? Второй слева. Да. Я хочу зацепиться одной фразой, знаете, за что? Что надо было их накормить. Я чувствую, ну что это, мивина там была. Мивина в это времена не было. О чем вы говорите? Можете себе представить экспедицию, 25 человек, один кок. Правда, нас иногда бывало 2 человека или 3 в экспедиции. Ну, на 7 человек, конечно, один человек. А что такое человек идет под воду? Он когда оттуда выходит, садится, мальчик 1,80-1,90 ростом, первое, второе, третье, потом говорю, ну как, добавить второго? И первое, и второе, и третье. И на все это было, да? Конечно. С этим учитывали это? Что-то мы шли... Я вам могу сказать о современном коке случае. Вот наш нынешний кок, Анна, она в свое время работала в достаточно хорошем ресторане, даже не в Украине. И вот случай такой. Мы забираем часть людей из Очакова. Да. Мы швартуемся в Очакове, и первое, вот что мы слышим, когда не буревестник, не здравствуй, Садко, где Аня? Кто нас будет кормить? Да, подходили ночью, не видно, прожектора светят в глаза, и тут такой возглас с берега. Аня есть? Кто нас будет кормить? Главное для водолаза – это поесть. Светлана, нужно, но я немножко не об этом. Это хороший случай. Слава тебе, Господи, что есть и такая Аня, и вы, Светлана, есть. И здорово, что вы тогда снимали. Видите, вот все, что вы тогда не только снимали, и на фото.
как все это сейчас кстати, и дай бог, чтобы оно не пропало в суе. Правда же, Василий? Вот сейчас разговор именно об этом хочу, чтобы пошел. Несмотря на все сложности, вот хотя последние годы клубу достаточно тяжело во многих отношениях, но мы все-таки живы, мы продолжаем свое дело, мы как бы ведем и поисковую работу, продолжаем и архивные исследования. Мы вот сейчас задумываемся, долгие годы клуб был... полностью назывался спортивно-технический клуб, была и спортивная секция. И даже со спортивной секцией можно сказать, что клуб, собственно, когда-то и родился. Вот сейчас мы задумываемся и о возрождении спортивной части. Ну, а вот о результатах этого года я хочу показать вот такую вот небольшую брошюру. Так-так. Выставка Днепровской военной флотилии в Киевском музее. В Новопетрицах, музей освобождения Киева. Это теперь действующая выставка. И здесь на первой странице есть, собственно, благодарность и к членам клуба Садко. Потому что... Покажите, пожалуйста, Василий. В экспозиции выставки представлены вещи, которые предоставил и клуб Садко. Это и фотографии с подъема орудий с минного заградителя «Колхозник», который клуб обнаружил и обследовал долгие годы. Это и звезда с монитора «Ударный», который, собственно, в этом году, благодаря участию члена клуба, эта звезда это была... не звезда, это что? Вот звезда. Экспозиция. Ага. Эта звезда была реставрирована и передана в эту экспозицию. Так-так. И благодаря, участию и организаторов этой выставки, Киевскому товариществу ветеранов разведки военно-морского флота и клубу Садко, был восстановлен памятник на тендре героическим матросам и солдатам, оборонявшим тендерский участок Одессы. Вот давайте об этом чуть-чуть подробнее, об этом памятнике и о эсминце Фрунзе. Ну, я думаю, здесь можно слово передать и капитану, и матросу, как одним из главных участников. Очень красивый памятник на тендре был когда-то, а сейчас пришел, в принципе, время развалило, и ступеньки, деревья повырастали, запущение. Там, уединенное место, и людей мало, и вот остался... забытый этот памятник. Но в этом году мы съездили туда, хотя и не получилось даже с одного раза. То шторм. С четвертого. Да, то шторм был. Потом пограничники нас запретили выход на тендеру. Потом мучения были. Как у нас, три раза? Да. И мы сначала забрали плиту, а потом отвезли туда. Но там еще люди занимались самим памятником, мы занимались плитой. То есть было, собственно, раньше эта звезда, которая сейчас находится в экспозиции, это была памятная, сделанная из нержавейки плита. На ней было центральное место, занимала эта звезда. И была надпись, что участникам героической обороны тендерского участка. И якорь поставили в 1971 году, да. Якорь самого Фрунзе. Ну, Светлана, а теперь у вас уже такая самая крутая история, как это было. Будем говорить, что Рябикин в своей статье, он написал, что два сейфа, которые были подняты на Фрунзе, это одна из самых замечательных находок, будем правда говорить правильно это. Один сейф, это был сейф комиссара, его нашли в этой экспедиции, где присутствовал сам Рябикин. Крышка этого сейфа была сорвана, и поэтому подводник сразу нащупал, пистолет именной. Там лежали документы, конечно, документы выступления, какие-то спрессованные от времени. И уже в другой экспедиции был поднят сейф Начфина. Сейф Начфина представлял собой, будем говорить, историческую ценность, потому что на самом корабле, когда он
были не только экипаж самого эсминца «Фрунзе». Там были еще люди, которые были с состава десанта, поэтому дофиновки. И поэтому вот и возник вопрос, что достали ложку. Получается, в 12-м году в ходе погружения была найдена ложка. Ложка именная, на ней была фамилия владельца. Любимов. И... Но он в состав экипажа не входил. Мы подняли... была загадка. А загадка именно была чья-то в этом. В сейфе на Чфинах хранились вот эти списки тех, кто стоял на довольствии. Угу. Поэтому сразу было видно, кто присутствовал на этом корабле в тот момент. Значит, эти документы были подняты, они отмыты, значит, потому что пролежали 20 лет под водой. У меня сейчас осталось несколько, значит, листочков с тех документов, потому что сами документы я в 72-м году зимой отвезла в Гатчину. Лично я, военно-морской архив в Гатчине, и мы передали эти списки. Оказалось, что многие люди, которые находились в этих списках, их родственники даже не знали, где они погибли, был просто пропавший без вести. А именно эти списки помогли установить, кто присутствовал в данный момент при той трагедии. Значит, кто погиб на том корабле, на эсминце «Фрунзе». Вот прошлой осенью, да, мы хотели добраться. Но не добрались, действительно жесткий шторм, нигде мы не могли спрятаться, а подходить к Кенбургской косе, где тоже стоит памятник кораблям, которые там погибли из Дунайской флотилии, мы не смогли бы никогда в жизни, настолько это было. Очень жесткий шторм, ветер больше 30 метров, все летело горизонтально, видимость метров 100, не больше. Ну и как же ж вот Артурес пришвартовался, когда мы уже вернулись в Николаевск? Расскажи, пожалуйста. На рубаче мы это нормально подошли, как раз так успокоился ветер, спокойненько. Ну, что бросили конец, все зафиксировались. В кормовой части там разбит причал, поэтому мы туда кранцев наставили, чтобы не так биться. Вот самое грустное было, когда мы отходили, потому что... Когда я пришел, говорю, так, товарищи встали и вышли. Да, да. И мы сейчас кашку поедим. Помните эту знаменитую кашку, да? В общем, пока вы кушали кашку, погода еще хуже усугубилась. Я же тогда, помню, вас помогал вам выходить. Да, да. Да, а потом было самое веселое, это когда мы начали отходить. Это шторм гатит нас к причалу. Прижимаем. Мы в ту сторону пошли, потому что ветер был такой, что можно было оказаться в Николаеве. Ветер угнал всю воду. Да. Там да. же шмель. И когда мы стояли, еще этот, мы сели хорошо на... Уровень воды где-то на 1.5 метра упал. Упал, выгнал из лимана всю воду. Мы тогда подходили уже к нашему месту стоянки, нас там так хорошо бахнуло. То есть ветер все-таки, волна... такая большая, но где-то до 1.5 метров доходила волна, она скидала, но конец мы схватили сразу, то есть как бы сильный удар, конец в клюзу, на кнехт, потом уже кормовой это не проблема, а вот уже выйти с корабля это было уже проблема. Главное же дождь, жесткий, сильный дождь привезли. Там может и не дождь, там горизонтально все несло, горизонтально оно срывало с волн верхушки, да. И эта вода неслась все горизонтально. Ага. Как иголки по глазам било, практически видимость была нулевая, не от того, что все сливается, а так, если бы не GPS, было бы еще хуже. Ну, я вам должен сказать, что я вот получил большое удовольствие от того, что я был уверен и в вас, понимаете? Такой же шторм был во время регаты когда-то, летом. И пришлось спасать яхту, идти в море. Этот раз мы были под берегом, прятались как можно ближе к берегу. Да. То есть волны были меньше. А тогда были волны, когда кораблик поднимает, и бухает, и нос уходит под воду. То пришлось, тогда было гораздо сложнее, так сказать. Вообще, испокон веку в клубе «Садко»
люди были не только встречающиеся по любви к аквалангу, по кружениям, к теме, которая не поднимает. Но просто это была уже такая дружная семья. Семья. Поэтому я с таким удовольствием посмотрел, Василий, на, в том сюжете, как вы отмечали Новый год, как вы обычно отмечаете Новый год. Да. Обычно встречали Новый год в прыжковом бассейне Пауза Водолея. Ага. То есть есть аквалангист Дед Мороз, Снегурочка у нас, как это, она приходящая, уходящая, она не каждый год лезет в воду, и все-таки страшновато немножко. Нет, но, последний раз была хорошая девочка. Ставим стол на глубине 6 метров, ставим искусственную, естественно, искусственную, живую елку туда не поставишь. Все утяжеляем грузами. Елка наряжается мандаринами, шариками. Можно посмотреть, как это все происходило. Можно, да. Посмотрим. Я посмотрел сам. И вот такой вот теплой, дружеской, можно сказать, почти семейной атмосфере мы проводили ежегодный наш клубный Новый год. Ну вот, напитавшись тем, что было в истории этого клуба, скажите, Василий, вот сейчас, вот середина зимы, а что ж дальше будет? Что будет, когда наступит лето? Уже 17-й год. В наших планах, как мы уже озвучивали, дальнейшие работы по, собственно, приведению в порядок уже нашего памятника, того самого, который... На Тендре. Наш есть пару зацепок, которые мы бы хотели более детально обследовать и посмотреть, кто, что за объект там лежит. Как бы это объекты, которые клуб обнаружил еще в 70-х, но по ряду причин как бы он практически ни разу на этих объектах не работал плотно. То есть известно, что лежит некий объект. Это где? Это Тендровский тоже залив. У нас есть планы по возрождению, как я говорил, спортивной части. Мы сейчас занимаемся как раз организационными вопросами, но даст Бог, мы возродим и это. Ну и есть еще кое-какие задумки. Я думаю, чтобы удачно их воплотить, мы их пока не будем оглашать, а лучше при удачном воплощении здесь встретимся еще раз. Да. В принципе, и все-таки много. Да. Для тех, которые хотят с вами наладить и связи, и, может быть, финансовые связи, и знакомства, и прийти к вам нырять, и прийти к вам участвовать. Назовите, где вы находитесь. Это сложнее, потому что с некоторых пор у клуба своего постоянного помещения нету, но можно прийти ко мне в офис Наваринская, 5, квартира 17. Это частный дом на углу Наваринской и Спасской. Можно найти нас ВКонтакте, есть группа, она так и называется, «Клуб Садко». Собственно, там практически все наши новости, все анонсы и прочее мы регулярно выкладываем. Также есть ряд статей и наших контактов на краеведческом портале «Николаевский базар», городской краеведческий форум «Скамейка». Там тоже мы периодически какие-то материалы выкладываем, обновляем. И, опять же, через этот канал к нам приходят новые люди, которые хотят там участвовать в экспедициях, хотят просто помогать клубу и как-то участвовать в нашей жизни клубной. Ну, вот и все. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Дай Бог, чтобы все ваши планы воплотились. Дай Бог. А мы с вами всегда только раз позвоночек, и мы немедленно приезжаем и все это показываем вместе с вами по телевизору. Хорошо. Вот этим зрителям, которые нас слушали и смотрели. Спасибо вам. До свидания. До свидания.